Всем привет, ребята! Сегодня хочу обзор сделать вот этой машинки. Машинки для стрижки волос. В общем, купил я себе машинку для стрижки волос Moser 1400. В магазинах Эльдорадо он стоит 2500. Потом, попозже, когда уже купил, сходил в ДНС. В ДНС он стоит 2000 рублей ровно. 500 рублей выгода. Поздно, конечно, заметил. Ну что, давайте откроем, ребята. Там было несколько вариантов, в общем, этой машинки для стрижки волос. Были такие узкие и были вот такие пошише. Но я для себя купил вот такой, чтобы поаккуратней. Давайте смотрим, что там. Вот бумажки. Всякие инструкции. Я не люблю инструкции читать. Кто хочет читать, пусть читает. Так что не для меня. Так. Вот она. Машинка, достаем. Первое впечатление, когда машинку я взял в руки, это то, что он такой массивный очень, прям детально разработанный, ничего лишнего нету, и все прям аккуратно лежит на руках. Из чего состоит как бы набор? Это сама машинка. Вот такая. Тут регулируется. Так, как же он? Тут какой-то рычаг. Это кнопка включения. На другой стороне есть вот еще один этот рычажок. А, вот так вот делается. А, и обратно. Вот при помощи этого рычажка. Обратно так. А это, считай, несколько этот делений тут. Дальность, как бы, толщину среза можно регулировать только здесь, считай, местно. Также есть тут этот насадки. Две насадки тут. Одна вот это она универсальная насадка. Сейчас покажу. И есть вторая насадка. Вот такая. Так, это не насадка, это просто чтобы одевать. Вот вторая насадка. Она. Сколько здесь? Трехмиллиметровая. Вот. Сейчас скажу по счет насадок кое-что. В общем, одеваем этот насадка. Вот тут как бы нет проблем с этой насадкой. Можно стричь смело. Просто стрижешь и все. Так, сниму его и покажу этот с этой насадкой. Вот уже другая насадка, она универсальная. Тут несколько размеров можно этот отрегулировать. Сейчас одеваю. Сразу скажу кое-что об этой насадке. Вот когда стрижешь, ребятки, здесь у него выемка какая-то, ложбинка там. И когда стрижешь, волосы вот туда попадают, вот туда. И приходится, когда стрижешь, через несколько вот этих рядов сюда продувать приходится. Иначе забивается здесь и начинает вот это чуть-чуть дергать волосы. Так, вот это как бы самое у него такое слабое место. Вот, а так, в принципе, очень хорошая машинка, мне очень понравилась.
Цены нету. Мозер. Германская аппаратура. Вот. А здесь как регулируется? Сейчас покажу. Вот это нажимается. Так, сейчас посмотрим. Регулировки тут. Я плохо вижу. Тут 13-е похоже. 13-е. Сюда нажимаешь и вот это внизу дергаешь. Так, где же он? Не может фокусироваться. Угу. А, 18-й уже. Мне кажется, 18-й, да. Это уже предел. Вот это 16-е. Так, уже 11-е, 13-е. Вот 13-е. Потом 11-е, потом 9-е, 6-е, 4-е. Ну, это все. Самый меньший это 4-е. Вот такая насадка универсальная. Больше по счету насадок у меня как бы претензий нету. Нормально все работает. Так что... Вот так одевается. На четверке. На четверке, как видим, тут нету места, этот, чтобы волосы тут где-то набирались. Это на больших как бы размерах. На большой толщине вот на такой там ямка образуется. И волосы собираются. Надо будет продувать. Вот. Что еще? Тут масло есть. Вот такое. Такой как бы тоже везде есть. Ну и все, вот такая коробочка. Сейчас покажу этот. Что тут еще показать? Все, больше нечего показывать. Вот тут если что можете прочитать сами. Made in Germany, сделано в Германии. Это самый его большой плюс. Хочу этот показать. Вот меня постригли этот, этой машинкой. Меня этой машинкой постригли. Ну, ничего страшного, первый раз стригли меня. Человек, который меня стриг, стриг первый раз. С этой машинкой, по крайней мере. Ну, для первого раза пойдет. В общем... Вот такая машинка хорошая. Буду теперь с этой машинкой стричься. Вот такие дела, ребятки. Все. Всем пока. Че, ребята, я машинку-то показал. Хочу этот. Показать, как он этот урчит, в общем, как работает, как включается. Это тоже как бы интересно. Вот, сейчас вырубаем. Вот так. Вот так будет он. Выключаем. А вот так включается, ребята. Вот такой звук у него. Приключение. Ну все. Всем пока.